Здравствуйте, это канал Максимадзе, и это снова Hello Neighbor Mod Kit, моды, офигенные моды. Короче, сегодня мы будем играть в замечательный мод, который называется Hello Secrets. Сделал его Sdalt, который сделал Hello Man и Hello Uncle, который мы с вами недавно проходили. И вот он сделал Hide and Secrets мод, это, правда, демка вроде как, но полную версию написано, что выйдет, но он написал, что перестал работать над этим модом, к сожалению. Но тем не менее, мод уже, в принципе, что я увидел, уже меня впечатлило. Давайте проверим все, что тут есть. Кстати, этот мод у меня, как и у многих часто бывает, не отобразился после установки здесь, в этом меню. И мне пришлось искать способ, как это все поправить. Сам автор кидал ссылку на видео, как это поправляется. И у меня сработало. У меня также это сработало на моде Hello Doctor, который победил в мод контезе 2017 года. И я решил, давайте-ка я сделаю видео, как фиксить моды. Я снимаю видео, и у меня что-то не работает. Я делаю так же, как делал, но в этот раз не работает почему-то. Я Hello Doctor устанавливал сегодня утром, и установилось все. А сейчас вот на записи я делаю то же самое, и не работает почему-то. Поэтому сделаю это видео, когда разберусь, в чем было не... Что не так, в чем дело. Так, в общем, мы выбрали уровень. И начинаем игру с модификациями, да. Вот так вот запускается этот мод. Подождите. Мы должны были не здесь появиться. Я не тот файл запустил, что ли, или что? Basement start here. Start here тогда, может быть. Ага, вот мы тут, мы вот так должны появиться. Start here. Окно декоративное, конечно. И слушайте, вот такие мне моды нравятся. Я просто обожаю моды со старым реалистичным стилем рисовки. Со старыми дверями, со старыми вообще всеми текстурами. Я думаю, что и вы тоже. Не выключается что-то телевизор. Ну и дальше идет загрузка, и там, где мы уже должны, собственно говоря, появиться как раз. Добро пожаловать в Hello Secrets Demo Build 3. Это тест моды для Steam'а. Пазлы, что-то тут не финальное и все такое. Вообще этот сдал довольно крутые моды делает. Вот реально, мне прям нравится. И этот мод, мне кажется, один из таких. Пусть там валяется. Гад-сцена даже есть, обалдеть. Так, в общем, мы должны пройти в тот дом. И дом выглядит, в принципе, неплохо. Мне даже нравится. Давайте проверим наш дом. Как он выглядит. Телевизор не работает.
Так. Есть кровать. Серьезно, спать можно? Он дал возможность спать? Обалдеть. Нифига себе. О, вот это время суток нам по душе будет. Обалдеть, нифига себе. Ну, наш дом выглядит неплохо. Мне нравится. И здесь тоже классно все выглядит. Обалдеть. Хорошо дом сделан, мне нравится. Дом этот, этот дом главного героя из Альфы 2, но он теперь синий. А через то окно вылезти как-то можно вообще? Нет, тут паркур какой-то, что ли? Непонятный. А, тут лестница есть, нифига себе. Мне интересно, что находится за тем окном. А, давайте ГОСТ введем и посмотрим, что там находится еще внутри. Тут еще комната есть. Серьезно, а как попасть в нее? Тут рычажков. Тут никаких рычагов-то нету. Только через окно, походу. А здесь? Что у нас? Ну, он сделал. Да, походу только через окно. Вот сюда мы могли попасть и что-то там интересного найти. Волк. Вырубаем. Ну что ж, наш дом мы изучили. Теперь предлагаю пойти изучать дом соседа. Нифига себе! Можно вот так вот наклоняться. Такая возможность была в Фри-Альфе. На Z и C вот так вот наклоняться и смотреть сквозь стены. Ой, ё-моё. Ну давайте сначала дом осмотрим снаружи, посмотрим, какие есть выходы и входы. Могила. Причем такая же, как в Альфе 1. Почти. Тут все реалистичное. Вы посмотрите, все текстуры. Дверь, которой не было ни при Альфе, ни в Альфе 1. Я имею в виду текстуру вот это. Коричневого цвета. Двери, ведущие в никуда. Труба. Может быть, туда надо будет прыгать. Ну и щиток, который тоже реалистичный. Я обожаю. Да и освещение тут, кстати, очень напоминает при Альфу и Альфу 1. Давайте проверять. Давайте зайдем в дом и посмотрим, что же в нем находится. Этот мод, как я уже сказал, не отобразится после установки. И есть один способ решения, но почему-то, когда я делал видео, он не срабатывал. Но как только я разберусь, в чем дело, я обязательно сделаю видео по этому поводу. Ну что ж, неплохо выглядит. Гараж. Так, вон там лопаты, я прям вижу уже. Опа, магнит. Причем еще и рабочий. Ух ты, нифига себе, неплохо. Я обожаю такие моды. Машины, правда, не того цвета. Тут у него даже две машины. Одна того цвета, одна не того. А, и там еще и нету дна. Звуки из прототипа некоторые, кстати, слышны. Я думаю, там ничего нету интересного. Ну, давайте проверим. На всякий случай.
вряд ли там что-то есть. Особо смотреть не будем. Можно в замочной скважине смотреть. Анимация хорошо проделана. И эта дверь в подвал. Нам нужна ключ-карта и лом. Посмотреть туда мы не можем. Но подвал здесь есть, я так понял. Судя по названию файлов, подвал есть. Так, вот в этом шкафу, может быть, уже что-нибудь и будет. Не, ничего там нету. Кстати, сейчас я без двойного прыжка и отталкивания, и прятания. Блин. Поэтому нам, может быть, будет сложно. Так, ну шкаф все-таки из мультяшного стиля, но потому что в реалистичном шкафа этого не было. Так что можно простить вполне. Сегодня он сыграет джаз, а завтра родину продаст. Прикольно, прикольно. Смотрим дальше. А, задний вход, отлично. Это я люблю. Лифт. Дверь, правда, не из реалистичной стилизовки, но дверь довольно все равно реалистичная. Что ж, и звуки, как при Альфе, прототипе и Альфе 1. Я люблю моды, которые, в которых есть дух при Альфе и Альфа 1. Я просто обожаю такие моды, надеюсь, что и вы тоже. Дверь, ведущая в никуда. Камера, блин. Класс тут есть. Закрыто, тут черный замок. Обалдеть, несколько дверей, блин. Кривой шкаф, ну и ладно. Может быть, тут что полезного найдется. Не. Похоже. Куда открываешь? Ванная. Ну что ж, дом. Дом мне нравится. Мне очень нравится дом. Опа. Включатель. И он ведет к генератору. Может быть, это провод от этой, от лопаты? Надо посмотреть, куда провод этот ведет. А еще, может быть, и от лифта. И то, в общем, проверим. Фонарик пригодится, может, хотя не знаю. Давайте фонарик на всякий случай выбросим туда, на поле. Чтобы там потом его подобрать ночью. Смотрим, что у нас в этом месте находится. Еще один фонарик. Не знаю, надо ли нам лазить по крышам или нет. Потому что это мешает. Кровать. Давай. Не получается. А еще я застрял, походу. А, нет, не застрял. Ну, комод этот пустой. Ничего в нем нет. На всякий случай будем обшаривать комоды. Что у нас здесь находится? Кусок. Дверь от шкафа. Правда, шкаф сам целый. Видимо, от другого шкафа дверь. Опа, еще одна запертая дверь. Мне нужен ключ, чтобы открыть ее. И мы будем его искать. Пока я не нахожу его нигде. Ну, давайте посмотрим, что там. Да, это та самая комната с кроватью. Господи, это с улицы. Я уже думал, что за звуки такие. Может быть, тут где-то ключ какой-нибудь валяется. Потому что я
Так, в шкафах можно прятаться, это прекрасно. Все эти комнаты мы уже посмотрели. Там есть дверь какая-нибудь? Есть. Блин, где он ходит? Он дверь где-то открывает. А, это вот та самая запертая комната. Где же искать ключ? Шариваем комоды, ищем. Запросто может где-то он оказаться. А, мы еще вот здесь не были. Что у нас здесь? А, тьфу ты, это спуск. Вот здесь вот мы не были. Так, опять. Балкон опять был. Но где ключ, я что-то не могу понять. Я его не вижу. Так, ну вряд ли нам туда. Может быть, нам надо по крышам лазать. Давайте попробуем. Может быть, на первом этаже еще что-то есть. Опа! Секунду, вот же он! Вот он, отлично. Мы нашли ключ. Мы нашли ключ от синего замка. Блин, не допрыгнули, ну и ладно. Блин, он капкан тут поставил. Это плохо, это плохо. Что ж. И здесь капкан поставил. Черт. И где спрятаться? Тут не спрячешься. И дайте-ка угадаю, в главном ходе тоже в капкан поставил. Да, ну его, этот главный ход здесь пойдет. Здесь еще ни разу не встретил. Да блин, ты хорош, ты капканов понаставил. О, блин. Ух ты, даже анимацию перенесли. Прикольно. Старую анимацию поимки. Неплохо, хорошо, мне нравится это. О, сейчас вообще день, прикольно. День какой-то немножко пасмурноватый. Хотя солнце все же есть. Просто небо, я имею в виду, не очень-то какое-то голубое. Где он ходит? Он дверь где-то открывает. Он где-то там. У нас, кстати, есть вот такая система, чем мы ей не воспользовались. Офигеть, я забаговал шкаф. А, я не могу прятаться в этот шкаф, он забаговался. Так, нет, мне такое время суток не нужно, а такое тем более не нужно. Вот это пойдет. Блин, сосед мне не дает туда пробраться. Давайте-ка отвлечем его и стекло разобьем. Он даже разговаривает еще, прикольно. Да блин, да ты капканов понаставил, алло. Ох, я его перепрыгнул. Мне как-то повезло. А, все, разбаговался шкаф, отлично. Лезай скорее, блин. Где эта самая дверь-то, блин? В этом доме заблудиться все же можно. Не здесь. Видимо, прямо нам надо. Вот.
Интересная такая спальня маленькая. Что ж, хорошо. Открытая дверь меня радует всегда. А, она не убирается. Ничего себе. Ее нельзя взять. Что ж, надеюсь, сосед сюда не проберется. Не, они пустые, ничего в них нету. Ага, дверь. Наверняка за ней что-то важное, раз уж ее стулом подперли. Похоже на то, потому что здесь, вон, видите? Это похоже на ключ. Магнитом не притянуть его. Выключен. Сосед, похоже, застрял где-то. Опа. Мне надо до рычага до этого допрыгнуть. Все. Отлично, мы достали ключ, и я даже помню, от какой он двери. Но давайте перед этим изучим это место. Что у нас здесь? Выглядит оно тоже весьма интересно. Здесь куча коридоров, проходов. Эта дверь забита доской. Значит, за ней находится что-то важное, по-любому. Там проход на еще более верхние этажи. Что ж, значит, это точно важная комната, в которую мы должны попасть. Дверь. Такая вот. Что ж, и она на кухню ведет. Ружье! Ружье всегда пригодится может. Что ж, интересно, интересно. А, я уж думал, это ключ какой-то опять лежит. О, ключ-карта! Ключ-карта всегда может пригодиться. Вот от... А, наверняка от подвала ключ-карта. Блин, я сразу вспомнил, как мы были на даче вот один раз вместе с дедом. Дед один раз молоко наливал и разлил. Там такое же пятно было. Белое. Так, вот ломик мы пока что не нашли. Закрыто здесь. А, тут подперто стулом. О, погодите. Если это застрял, походу, потому что он одни и те же звуки издает. Ну-ка, может быть, туда прыгнуть надо? Давайте попробуем. Отлично, я прыгнул. Отлично, прекрасно. Не понял. Мы здесь уже... А! Генератор, точно. Только вот что он... Только вот что он открывает, я не в курсе. Ну, потом узнаем, короче. Да, давайте теперь... Ага, блин, дверь ведущая в никуда. Давайте пойдем к двери с черным замком. За ней по-любому что-то важное. Раз уж она на замке была. Я застрял. Ладно, приходится ГОСТом вылезать отсюда. Волк. Блин, ну офигенный мод вообще, мне нравится. Это офигенный просто дом. Так, ищем дверь. Вот она. Ага, отлично. Ключ нам уже... Ой, вот же он. Аккуратненько проверяем комод. Ну и ладно, пусть он тут сидит, короче, блин. А мы проверим... А мы идем смотреть, что там открылось. О, лифт открылся. Похоже, он застрял там же, по-прежнему. Нам надо убрать этот капкан, чтобы он больше тут не появлялся. Проверим. Что у нас здесь?
Ключ карты. Ну, у нас ключ карта есть. Давайте ее используем. Что ж, прекрасно. И вот интересно, подойдет ли это же ключ карты к подвалу. Так. Ух ты, поезд. Тот же самый поезд из... Реалистичный поезд из Альфы 1. И если он едет прямо, прямо по красоте, это вообще классно будет. Так, нам нужно найти красный ключ. Там какой-то рычажок. Вот где искать этот красный ключ, я не знаю. О, не придется долго искать. Надо додуматься, посмотреть вверх, блин. Все, магнит нам наверняка больше не пригодится. Открываем. Поехали. Надеюсь, работает. Обалдеть. И правда работает. Офигеть, поезд из Альфа 1 сделали рабочим. Обалдеть. Мне нравится этот мод. Мне нравится этот мод. Просто обалдеть. Так, ну вот то, что мы вот сквозь эту проходим, это, конечно, не очень прикольно. Но, тем не менее, ладно, главное, что работает этот поезд. Ну, какая-то дверь была, надо зайти посмотреть, что там, наверняка что-то полезное есть. Так, ну здесь ничего полезного я не наблюдаю. А здесь... О, ломик! Ломик нам нужен. Что ж, давайте... попробуем... открыть подвал. Сосед по-прежнему там застрял и не может вылезти. Ну и пускай, а мы откроем у него подвал. Подойдет ли эта ключ-карта? А, нет, нет, эта ключ-карта не подходит. Нам нужна другая. Что ж, я предлагаю пойти к той двери, которая вон там была доской забита на каком-то этаже. За ней по-любому что-то важное. И мне всегда интересно узнать, что находится за хорошо закрытыми дверями. Но не сюда. Ой, а как я попал сюда? Ага, нам еще лопату эту открыть надо как-то. Так, вот как я так провалился в текстуры? Ну-ка давайте ответку, так сказать, дадим за то, что я... Раз игра меня скинула в текстуры несправедливо, я несправедливо врублю читы. И поднимусь сюда сразу же, на всякий случай. Баги, конечно, как видите, есть. Но, тем не менее, мод офигенный. Так. А в этой комнате что? А, ванна просто. Ничего тут нет. Так, сейчас надо будет вспомнить, где находится эта самая дверь. Где вот она находится, я не помню. Вот она. Что ж. И что же на верхних этажах? Проверим, как только проверим комод. Так. Угу, хорошо. Это наверняка открывает лопату в гараже. А что вот там? Я даже посмотреть не могу в эту скважину.
Ну что ж, давайте спустимся, проверим, что открыло это. Точно ли это? Ли лопату открыл этот рычаг. Спускаемся в гараж, спускаемся вот так аккуратненько. Точно, точно, точно. Ключ карты. Вот это уже наверняка от подвала ключ карты. А где он? Я не понимаю. Я причем слышу его, как будто он близко ко мне, но он на самом деле не близко ко мне. Кстати, у этой ключ карты немножко другая текстура, мне кажется. Она более. Она менее голубая. Но мы можем подвал открывать. Ну ладно, пошли. Стоп. Не, погодите, я хочу посмотреть, что находится за той дверью. Гхост. Вот, что там находится. А, здесь ничего нет. Эта дверь просто так здесь. А, мы даже... Нет, а, не сюда. Сюда можно только через крышу попасть. Ну хорошо, все, 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 я понял. Тут дверь нам и не нужно было. Что ж, я думал, этот мод на несколько серий тоже обойдется, а оказалось, что мы подвал уже готовы открыть прямо сейчас. Телом-то. Отлично. И что же в этом подвале? Покажите, покажите мне, пожалуйста. Я готов узнать. Так. Так, расчистить вход надо, понятно. Темнотищика здесь. Закрыто. Закрыто, но я хочу узнать, что там. У нас там, скорее всего, опять текстурки будут. Я так и думал. Какая дверь большая. Нифига ж себе, вот это придумали. Вот это да. И все? Эх, жаль, хотелось бы узнать, что будет в следующем подвале. Спасибо, что сыграли в эту демо-версию. Больше демок не будет, следующее обновление это будет финальная версия. Но, однако, на странице с этим модом в Steam он сказал, что перестал работать над этим модом. Очень печально. Хотелось бы реально узнать, что в этом подвале. Ну что ж, мод мне реально очень понравился. Очень понравился. Я ему галочку ставлю смело. Несмотря на то, что студенты и подвал здесь не было. Дом. Дом получился шикарный. Мне прям реально понравилось. Вот очень печально, что не получилось это у меня сделать видео, как... моды чинить. Я скажу вот кратко только. Вряд ли вы поймете. Не уверен, что вы поймете. Но там, короче, надо вот в папке с игрой есть папка mods, и там моды все эти лежат. И проблема таких модов заключается в том, что папка с данным модом называется не так, как называется главный файл с форматом uplugin. Надо перенести название этого uplugin и назвать папку так. Вот так вроде оно должно работать. Я проверял на моде Hello Doctor, но что-то там оно не сработало. Вот когда я сегодня утром это дело сработало, а вот когда делал видео, что-то не сработало.
Если я разберусь, в чем дело, я обязательно сделаю видео, как это все делается. Ну а на сегодня все. С вас Игорь, подписывайтесь, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока.